На пересечении проспекта Мира и улицы Строителей произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла. Им управляла 25-летняя женщина. По сообщению ГИБДД, она двигалась по проспекту Мира в сторону 12-го микрорайона и столкнулась с автомобилем Паджеро. Его водитель совершал маневр поворота с проспекта Мира на улицу Строителей в сторону набережной. Я поворачиваю налево. Вижу, что на светофоре уже остается мало времени, да? А мотоциклист был, да, далеко в плане, да? Я думаю, что сейчас вот разверну, он остановится, да? Я начинаю поворачивать, и мне влетает в правое крыло мотоциклист. В настоящий момент в ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Водитель мотоцикла госпитализирован в хирургическое отделение городской больницы. По данным медиков, у пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, ушибы плеча, голеностопа и позвоночника. Женщине оказывают необходимую медицинскую помощь. Инспекторы ГИБДД призывают всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к участникам дорожного движения, чтобы они были внимательны при проезде пешеходных переходов и перекрестков. Сейчас у нас на улицах появилось очень много водителей двухколесной техники. Это не только мотоциклы, но и велосипедисты, скутеристы, лица управляющие. Это в основном несовершеннолетние сигвеями. Поэтому, уважаемые водители, будьте, пожалуйста, всегда внимательны и аккуратны. Не забывайте смотреть в зеркала заднего вида.